не пропустил, просто все идет в порядке живой очереди. И сейчас именно тот момент, когда мы слушаем, смотрим твое видео. Господи! Это он и есть. Бигмон и Ксенон. 7D. Нихуя себе. Бигмон. Это он и есть тот человек, который нам донатит. Ну-ка, давайте посмотреть. Бимон и Ксенон. 7D. Господи, это так круто. Давайте слушать. Он Стефана по-любому знает. Он охуеет на Стефане. Да. Этот мир нереален. Я давно это знаю. Мы среди фейковых зданий куда-то ходим кругами. Этот мир нереален. Я давно это знаю. Мы посидим в кинозале и смотрим целыми днями на нашу жизнь. Это же кино в 7D. Может, пока выбрать серию? Хочется, конечно, один выпуск, что я тебе скажу, какой, когда будет. Хорошо. Ты просто скажи, какой, и все. Будто бы живу во сне. Все не на ему поверь. Нереально, как 7D. Столько лет уже не отлипают экрана, все равно пока не понял, комедия или драма. Качается. Белый здесь хотя бы купить. У нее не качается, брат, смотри. Там качается. Вообще мясо. Эту стопудов должен знать. Это хит и квасов на Семенцы. Если ты ее не слышал, значит ты рос в параллельном мире. Ну да, да, хорошо, 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 хорошо. Проверим, проверим. Спасибо большое, спасибо большое. Проверим. Ноября, весь мир вокруг иллюзий, я во всем брожу тут. Здесь и Стефан Пай, смотрите. О, да-да-да, друг, да. Разбуди меня, на нету монеты, но я не бросил. Видео в трендах, сделаю квази. Новые мемы редко заводят, но я не замонен. Опа, и поехал. Давай, охуей. Давай. Давай, девочка поет. Ха, да. Будем всю нашу жизнь, кто-то смотрит за нами. Ой, что это был за проект? Всю нашу жизнь кто-то смотрит за нами. Вас снимает скрытая камера. Скорее улыбнись. Живу нереально, будто бы в сказке не грамма обмана. Но крепость моля стала открытой. Он качается под мой куплет, блядь. Я поднимаю словами. Мой алкоголь вместе с тусином. Если мы трепим, то трепим сильно. Тело будет сильнее, и тогда точно мы тут зависнем. Живу 15 мир, забрал весь рек, и это факт. Завтра я еду в МСК, сияю дамины в СК. Ведь я юги флай, детка, давай пальто. Тут большие гипнозы. О! Поехал! О! Жизнь это матрица, поверь, явный, то черный стал. Сегодня ждем дроп. Конечно. Ходим кругами. Этот мир нереален. Я давно. Всего-то 17% на то, что он не выпустит. Целый меня и на нашу жизнь. На нашу жизнь. Это же кино в 7D. Будто бы живу во сне. Так, я жрякся, я жрякся. Хоть бы не обосрал. Многовато народу. Наконец. Не, но, да, интересный, конечно, трючок. Интересный, конечно, трючок, господин Ксенон. Интересный, конечно, трючок. Честно, не по мне. Я небольшой любитель, как это называется, это писклящая, это хуйня, блядь. Короче, мне не очень. Ну и в целом, блядь, ну честно, хуйня параша. Бит хороший. Хуйня параша. Ну а спасибо большое, что закинул. Интересно. Спасибо большое. Дальше. Эмили Отем. Это лучше, что можно было сделать. Та, на которую похоже. Я понял. Боже, блядь. Очень четко. Блять. Мне прям почти до слез. Это не похоже на Фройлен. Боже, какой красавчик. Это...